Всем привет! С вами Артбутик Ализарин и я Виктория. Сегодня я вам расскажу о карандашах для рисунка, чем они отличаются от простых графитных и между собой. Черную гамму можно распределить на два основных вида карандашей. Это карандаши Nero. Вот такие. И карандаши, которые все мы точно знаем. Charcoal – это уголь. Уголь можно встретить в очень разном виде, в том числе и в карандашах. Также будут отличаться своей мягкостью. Делается каким образом? Берется уголь древесный, размалывается, прессуется. И опять-таки, чем более сильно его спрессовали и нету никаких примесей, соответственно, такая будет мягкость. Обычно это три мягкости. Это мягкий, средний и твердый. Более интересный для нас, более такой необычный карандаш, это карандаш Nero. Это просто какой-то черный темный пигмент. Точно никто не знает, нигде нет указания, что это за пигмент. Просто очень-очень темный. Возможно, даже тот же уголь. Но обязательно пропитан. Он очень похож на вот эти масляные карандашики. Он жирный, не рассчитан на растушевку, но рассчитан на очень темные тона. Здесь уже более широкая гамма по мягкости. Они идут от очень мягких до очень твердых. Их 5 штук, например, вот у Кретоколор. Это будет очень мягкий, мягкий, средний, твердый, очень твердый. Чем он будет мягче, вот это экстра мягкий, тем он будет более жирный и более темный. Вот это уже идет экстра твердый для сравнения. С вами был Артбутик Ализарин. Всем удачного творчества!